Кобо Абе – один из лидеров послевоенного японского авангарда. Его абсурдистская пьеса «Друзья» – это ненормальные взаимоотношения, нереалистичные мотивировки. Режиссер Матои Миура на этот текст смотрит под своим углом, так что поверхность накренилась, словно больше нет никакой опоры. Гости? Какие гости в такое время? Поздно. В дом одинокого человека является странная компания. Супруги, пятеро детей и бабушка. Они уверяют, что вторглись в чужое жилище из чувства долга. Их благородная цель – спасти хозяина от одиночества. Про внешний облик персонажей художник Ольга Шешмилашвили говорит так. Хотели зрителя по-хорошему запутать. Неважно, когда это и где. Мы не хотели привязки к современности. Мы хотели, чтобы это была такая вечная история, чтобы персонажи, семья, это были путешественники сквозь время и пространство. Поэтому в костюмах прихотливый микс от европейской моды 17 века до деконструктивизма. Актеры в этом спектакле будто играют в непонятную зрителям игру с неявными правилами. Мы ничего плохого не сделали, значит, и оправдываться нам вроде бы не в чем. Несколько месяцев по 10 часов в день. Кропотливая работа над синхронными хлопками и специфическими интонациями. Я прям чувствовала, как что-то внутри, какая-то схема ломалась, и где-то что-то вспыхивало, и ты уже хотелось хлопнуть после каждого хлопка или говорить дома только так, ка-ка-ка, и никак по-другому, му-му, и уже все дома немножко начинали сходить с ума. Режиссер Матои Миура подчеркивает, та партитура, которую он создал, повторы, хлопки, ломаная интонация, не прописаны в пьесе. Это его видение абсурдистской драматургии Кобабе. В этом произведении присутствует черный юмор. И я, в свою очередь, долго думал, как же мне передать дух некого дьяволизма. И нашел вот такой способ. Причиняя добро, непрошенные гости завладевают имуществом и деньгами, расстраивают помолвку. И все это во имя благой цели. Спектакль про благие намерения, которые мы все знаем, куда нас ведут. Вот про попытку именно навязать свое представление о том, что хорошо для другого. Не просто предложить помощь, а именно ее навязать. И в этой помощи утопить. В таком случае готовь клетку. Как это не раз бывало в истории, крепость становится тюрьмой. Но смерть подопечного никого не огорчает. Мир велик и сложен. Не надо унывать. Нас ждут новые друзья. Яна Музыка, Татьяна Александрова, Новости культуры.